связи у нас. Часы все, часы на час назад. Запомнили? Я забыл. Они стали браться. Прошу вас, меня не винить.
души. Пожалуйста, не уходите, быть может, обидел я вас. Так в чем же причина, скажите, останьтесь хотя бы на час. Пожалуйста, не уходите. Причину сказать не могу, об этом меня не просите. Пожалуйста, не уходите. Боже мощно, этих, наверное, до ночи. Эту картину продолжать не можно. Опять молча бродишь, ходи. Там дальше не будет, не пойду. Головками кивать. Я понял. Ну ты ж, люблю с тобой. Спасибо, спасибо, Любочка. Любуша нам принёс, спасибо. Ну, короче, вот это как-то зальцо. Я бы больше принес. Ты можешь открывать, Леша? А что, ты не умеешь открывать торты? Что тебе открыть? Ого, там смотри, какой, я такой коробки не видел никогда. Здесь наискос сделано. Да, точно, вот здесь. А ножик где у нас? Там-тара-та-дам. Там-тара-та-дам. О, сейчас.
ты так понимаешь. Мне горячее нельзя, бо я обжигаю небо, бляха, оно потом вас воспаляется. Да. Так а что ты, на мне маленький, а вам такие крупняки. Ой, боже, прям, а что тебе маленький, ты что? Хочешь, чтобы мы толстые были? Да где там живот? Да у тебя Ира, Ира, Игорь, в твоем возрасте ты вообще... Як мальчик, молодец. Там и так уже кажут, что Игорь молодый. Каждый раз кажут, Игорь опять помолодел, опять. Та уже когда скажут, что ты молодец? Давай ты уже превратишься в того дитя, чтоб я взял да воспитывал. Я тебя воспитаю нормально. Невероятная история Бенджамина Баттона, или что такое, есть фильм, где наоборот Брэд Питт, он наоборот как бы... Перемолодел. Да, 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 да. Помню, да. Давай я тебя воспитаю по-человечески. Не будешь по монастырям бегать, я воспитаю по-человечески. Так, тебе, я? Тебе немного, да? А, ну давай поедем. Давайте поедем в монастырь. Сейчас давай, выходные будут. Давайте давай, мотнемся. Я хочу вот эту Донецкую область. Я на бензин даже дам. Да, и прям там сколько того бензина надо. Так, слушай, вот я хочу Донецкую область. Тебе разбавить? Да, мне вообще. Мне надо холодный просто. Почему? Так, я хочу штортик. Так съедаешь, что ты так помаленько? Як помалюю? Як, Ігор, 26-го? Да, 26-го. Четвер? Какой четвер? Субботу. Суббота. Завтра оркестровая. А в субботу спектакль. Да уже тот, кто надо после Нового года. Уже. Да чего, попеть? Не, я имею в виду съездить куда-то. А, так, я за... Не, я за... То, чтобы ты пришел попеть. А, это до Нового. Игорь, ну а что? Лучше б не загорался, честно. Я так загорелся, теперь... Я за дитину. Ну, это у тебя была девушка там, вот то надо попросить. Что надо попросить? Хотел кастинг на жену делать, вот это надо было... Делать. Так нет, он же, ну, действительно... Поехал. Я Надю недогарок возьму в жены. Аж. А чем не брак? Будет пирожки под кислить. Нет, нормальный брак, но надо ж, чтобы вы родили. Так мать сугарат народа. Сугаратна. А сколько лет девочке? О, а невеста? Знаете, сколько лет? Слышишь, у твоей мамы 60. Будет невестка классная. Сколько лет девочке? 60. А, 60. Ну, уже не будет рожать. Вот мы с ней сделаем сурогат, но потом разведемся. Что ты не сделал? Ну, а что? Ну, ты же официально.